На кладбищах, под плитами могильными, покоятся людей умерших прах. Пред смертью человечество бессильное испытывает леденящий страх. И, провожая ближнего или дальнего в последний путь, в объятия земли, сердца живых становятся печальными, смерть ощущая рядом, не вдали. Дыхание смерти обжигает холодом, когда коснешься мертвого рукой. На каменных надгробиях пишут золотом: мы помним, спи спокойно, дорогой. Все мертвые в гробах. Известно каждому, что в тление приходит плоть и кровь. Тела усопших спят. И кто отважится сказать, что видел умершего вновь? И лишь однажды не коснулось тление того, кто был положен в гроб пустой. И совершилось чудо воскресения, когда восстал из умерших Христос. Была могила-то из камня твердого, но против камня сила Божья есть. Что ищете живого между мертвыми? Так ангел говорил: нет его здесь. И плыло утро над землей пасхальное, и светлой зарей горел восток. Кто, кроме Бога, мог свершить чудесное? Кто, кроме Господа, воскреснуть мог? Сын Божий Иисус явился женщинам, потом пришел к своим ученикам. Он утверждал их силою небесною, показывал им раны на руках. Они Христа, увидевши, поверили, что Он тот, кто был распят на кресте, и жизнь свою другой мерой мерили и смело говорили о Христе. С тех пор прошло уж 2000 лет. Казалось бы, забыть могли Христа, но что пред верою живой столетия Иисуса исповедают уста. И ныне Он все тот же Бог прощающий, распятый и воскресший Божий Сын, сердца Своею силой исцеляющий, Господь и Бог, вселенной властелин. Он победил и грех, и смерть, и дьявола, чтоб человек мог свято в мире жить. В Его распятии явлено спасение, а в воскресении победы жизнь. Торжественное утро воскресения. Все христианские сердца поют и радуются вместе о спасении. Вошел ли Иисус и в жизнь твою? Звучит сегодня ближнему или дальнему под голубыми сводами небес горячее приветствие пасхальное: Христос воскрес! Воистину воскрес! Аминь.